Расхождение биткоина в Швеции. Банк Аванза, базирующийся в Стокгольме, ввел биткоин-сервис для клиентов банка. Согласно официальному заявлению банка, в настоящее время в его клиентское портфолио теперь добавлены биткоин и эфириум, сообщает News Bitcoin. Генеральный директор банка Йохан Пром отметил, что все больше клиентов хотят инвестировать в криптовалюты из-за растущей популярности цифровых денег. Банк не смог игнорировать пожелания клиентов.